Ольга Бузова наслаждается отпуском в Сочи. Звезда отправилась на морскую прогулку на роскошной яхте. Для отдыха на воде певица выбрала откровенное бикини, в котором поклонники легко могли разглядеть все прелести ее фигуры. Однако большинство фанатов сошлись во мнении, что пляжный наряд и поведение знаменитости совсем неуместны. Бузова неестественно передвигалась и пошатывалась на палубе яхты, отчего поклонники сделали вывод, что звезда находится в нетрезвом состоянии. Какой кошмар! Пора завязывать, Оля. Опять пьяненькая. Вторая Волочкова получается, это просто позор какой-то. Оля, срочно замуж. Ты неправильно привлекаешь к себе внимание, все мужики разбегутся, высказались фанаты. Они также добавили, что в последнее время в социальных сетях Бузовой все больше откровенных снимков и видео, которые, по мнению пользователей, просто кричат об одиночестве и поисках любви. Однако сама Ольга все время уверяет, что совершенно счастлива. Артистка активно строит карьеру, ведет реалити-шоу, организует концерты, записывает песни и даже играет в театре. Правда, с последним местом работы у Бузовой случился скандал. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!